Продолжаем выпуск. В Филадельфию ведут Нацгвардию из-за массовых беспорядков. Волнения в городе вспыхнули в понедельник после известия о гибели афроамериканца от рук полицейских. Инцидент произошел днем в понедельник. Полицейские выстрелили в 27-летнего Уолтера Уоллеса после его отказа бросить нож. Его доставили в больницу. Но спасти мужчину не удалось. Родные погибшего рассказали, что он страдал психическим заболеванием. Вечером того же дня жители города вышли на протесты против полицейской жестокости. Мирные митинги быстро переросли в погромы и стычки с полицией. Ранены по меньшей мере 30 человек, арестованы 20. Акции протеста под лозунгом «Жизни черных важны» проходят в США с конца мая. Тогда поводом стала гибель темнокожего американца Джорджа Флойда во время задержания полиции. Полиция должна защищать нас и служить нам, а все происходит ровно наоборот. Никто не чувствует себя в безопасности.